С 13 ноября по 20 ноября дежурные караулы 6 раз выезжали по сигналу тревоги, из них 2 пожара. 18 ноября в 4 часа 21 минуту поступил звонок о пожаре в жилом доме Заинска-2 по улице Ларионова. В результате пожара жертв и пострадавших не имеется, дом и надворные постройки восстановлению не подлежат. Причина пожара устанавливается. В этот же день в 23 часа 11 минут произошел пожар в бане по улице Осенняя, в микрорайоне Мирный. В результате пожара полностью сгорела крыша бани. Жертв и пострадавших нет. Наиболее вероятная причина пожара – неисправность дымохода печи.